Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Хочу вам показать обычную нарезку из жизни скама, чем я занимаюсь в этой невероятной игре. Всем приятного просмотра. Всем спасибо. Черные внедорожные карты, жмитесь к обочине. Догоните нам, блядь, повыдают, ебать, велосипеды. Речка, речка, речка. Ярик! Входим, входим, взорвется. Ярик, пиздец. Подожди. Я ебу там мухи болтать. Нормально, нормально, давайте. Пиздеть, братан. Справа, справа же пиздец, бачок, блядь, бачок. Да я тоже. Блять, ходите, взорвется нахуй. Взорвусь, да взорвусь, пусть сейчас назад. Выходи. Ёбаный в рот. Блять, у меня 1000 невидимка, у меня только ник его отображает. Поехали, давай. Садитесь, двое садитесь и один лукаря со мной. Погнали. Давай, кто за рулем? Давай, с андроид за рулем. А чё... Не гнать, типа, эти ваши. Да, 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 да. Выше 30. Все. О, а чё ты двигаешься? Не двигаюсь. А, это у меня. Ебать. Я скрин сделал. Да, я только сейчас обратил внимание, что у Розе персонаж на Путина похож. Здравствуйте, Владимир Владимирович, я продал. Ага, да-да-да, по-любому. Володя, вы это... В городе, который дальше сейчас будет, там, блядь, отверток много в гаражах. Давай там остановимся. Полицайка. Мужики, денег нет, но вы держитесь, да. А я могу, короче, сейчас резнуться, потом здесь в городе остаться, а тачку пригнать, а этого оставить своего дурака здесь. Давай сорокет, сорокет, давай, повышай градус. Да вы сейчас свалитесь. Ой. Не, если фризанет, то да, мы свалимся, это да, я знаю. Я ж на лодке с Артемом, помню, так ехал до первого фриза. Ну-ка, Виталь, присядь, во. Что там до этого города еще? Нет, сейчас, сейчас уже, скоро. Еще три квартала, блядь. Вообще, что ты сейчас свалишься. Да, Виталь, что-то у меня нормально стоит, а у тебя как-то валится. А-а-а-а! Не задави меня! По голове проехал. Он у меня валялся. Нет, это фризануло, сейчас, подожди. О, могу перебинтоваться обычным бинтом. О, бля, приключения электроников, блядь. Нормально, еще 72 хп есть. Ой, 60. Бля, мне 1000 невидимый, ёбаный пиздец. Погнали. Мы как будто втроем едем, реально отвечаю. Сейчас скрин сделаю. А как вот так, наверное, да? Встать надо. Я спереди сделал скрин все 4, вот, блядь. Скрин в студии. О, а можно на ходу поссать? А ну подожди. Сань. Так не мне на шею. Сань, остановись на 2 секунды. Блядь, у него стрия, блядь. Ну, откройте, скажете. А, да, 12 минут еще. Да? Сань, ты вскрываешь? Да, меня, а ты, блядь, эти сейчас разберу, Виталь.
Виталь, заходи, делай это самое. Пины. Давай. Смычки. Потом скажи. Я пока еще не открывал. Ой, блядь, болты, о, ремка красная. Пойдем. Ну понятно, опять ремень, ну такой вот попался. Каска зеленая, что? Что там? Противогаз, что ли? Это каска обычная, военная. Блядь, опять что-то. Да, рабочий набор, я же говорю, попался вам опять. Пустой. Что не может? Да, вообще пустой вот этот ящик. Так его, наверное, уже забрал. Не, я это самый просто это. Чего? Пустого вообще не надо. Только что открыл, блядь, его, а он. Молоко, блядь. А он опять циклок, слушай, забаганный, блядь. Ящик забаганный один. В том плане. Что с ним не так? Ооо, хорош. Ой, отвертка на 40. Ух, давай. О, ну, блядь, вообще не зря. Моща, моща. Вообще не зря. Забрал, ну и штяк. Быстрее сейчас он пикать начнет. Да ладно, время еще. Я уже хотел под это. Нет, авторемка. Под робота, блядь, прыгать. От радости? Ага. Оба сами открываются. Почему сами ворота открываются? Автонаводчик. О, тут челик, блядь. Челик, с дробарем, блядь. Иди нахуй. Ёпта, это в каком? Сейчас, я убил его. Убил. Да, убил, красава. Посмотри, Ник. Фу, блядь. Ник, посмотри. Ща. Да, сет огонь. Какой-нибудь. Или драгон, блядь. Да не, они, Мартин, он тренировный. Смутится. А чё мне клеймор? Как мне клеймор снять? Блять, вот как? Народу вообще ни о чем. В смысле, я не снял с него клеймор. А как он умер? Я ж его убил. А ты его, может, не добил? А. Его, да. Автоматизм. Да, да. Ударит там кулаками. Да. Так. Так, чё, отвертку куда? В вора? Или куда? Да, смотрите. Сет. Сет? Сет! Это вот этот пиздюк, который с андроидом, блять. Который Барретт хотел. Напиши ему, как тебе Барретт, блядь. Не знаю, или что-нибудь. А я тебе Барретт нес. Да, я тебе Барретт. Ебать, он тут понабирал, сука. Так он, наверное, залутал, получается. Он на выход выходил или что? Наверное. О, карточка С1 на 70 часов. Так он такой нашел, получается. С1? Блин. Пара отверток, дигл, красавчик. Нормально? Да. Здесь, короче, дробаш, мелкашка и вал, а здесь остальные. Ну, я понял. У нас ремка сколько? Куда? А что за рюкзак лежит? Где он? Где он? С патриками черными, вот. Отдай, я не доложил, забыл. А. Че, пишет что-то? Ну, где он? Не, ой. Сука, как я обосрался, господи. Он в уголку еще сидел, блядь, такой. Исюкатый писюн, блядь. А вы смотрели «Горбатая гора» с Хит Леджером? Нет, я про пидорасов не смотрю. А что ты первый отметил? Потому что я не смотрю про пидорасов. Это засомневался. Засомневался? Ты сразу спалился. Нет, я не. Я просто сказал, как есть. Сразу такой, опа. Так нет, ну это, блядь. Все. Ясно, мы тебя раскусили. А вы еще и кусали меня, да? Вот видишь, опять замашки какие. Какие? Типа, покусай меня. Покусай меня. То фильм, я не знаю, не смотрю. За ушком. Представь меня за ушко. Не надо мне ваши тайны эти. Не, я могу честно, я честно признаюсь, мне как-то раз, не помню, кто из друзей, блядь, короче, сказал, смотрел «Горбатую гору», ну, этот фильм. Я такой, нет, посмотри. Я такой, ну, а он мне не рассказал, о чем, типа. Я такой, блядь, и в голове отложилось. Прихожу домой, еще в школе учились, помню. Ну, набираю, такой, блядь, как-то, знаешь, так вроде прочел описание, но не
полностью. И то я не помню. Вроде нет, да. И то я не помню, по описанию вообще понятно, о чем или нет. Вот. Короче, и начал смотреть, блядь, реально. Ну, блядь, не знаю, полфильма посмотрел. Блядь, если вот вдуматься, блядь, ну, есть же такая хуйня в реальной, ну, в жизни, блядь. Ну, вот ну, у фильма даже рейтинг вообще охуенный, типа. Он же, типа, вообще популярный получается. У него там, блядь, больше 8, по-моему, рейтинг на Кинопоиске. Это дохуя. Не, не знаю, не смотрел. Я первый раз, честно говоря, слышу про этот фильм. Арбатый араб. Я просто как узнал, про что он. А про что он? И все, я даже... Бля, там, короче, про медиков. Да, и причем два главных героя. Один из них Хит Леджер. Да-да, один из них Хит Леджер. И что, он показывал Арбатый араб всем людям? А вы знали, что Джон Траволта на самом деле тоже педик? Вот сука, блядь. И этот самый, который... этого Венома, с Веномом, Веном-то играл. Бля, сейчас сломаю диск с этим, блядь. С да, этим. Том Харди тоже. Пароль да, рыба-медь, ну, сука, блядь. У этого же дочка есть. Сука, нахуй, блядь. Ну и что? Тисяча, откуда ты их всех знаешь? Я в Ютубе посмотрел. Точно не вбивал в Яндекс? Интересовался темой. Покажи свой Google поиск. История браузера, блядь. Бля. Хорош. Хватит, у меня сейчас слезы, блядь. У меня сейчас обезвоживание. Если бы не Елдак в машине, я бы вообще мог. С режим прицеливания, блядь. Вот это было жестко. Сами-то, блядь, сидят по норкам. Да какой сидят? Я вон бегаю, блядь, по периметру ищу, блядь. О. Вот, молодец, блядь, о, молодец. Ай, блядь! Лови гранату. Блядь, а чё так далеко? Что за хуйня? Я ж отбежал. Ясно, понятно. Я тебя вычислил. Да вообще так тупо, блядь. Шуршал в кустах, я слышал, блядь. Бежать надо нахуй отсюда, блядь. Бежать, блядь, бежать, караул. Блядь. В смысле? Ебать, я очканул. А как я не попал? Ты попал, у меня 10 хп осталось. Я только смотрю силуэт в окне, блин. Карта тут поменяет. Встаю. Я! Да ты что? Сука! Че он не докинул, блин? You have 30 seconds left. You have... Second flag one. Блять! На че нахуй? Ты где? Где? На крыше, ёпты, в Карганде. Ох ты. На гаражах крыши. Ае! В крыше такой орел стоит, молодой. Орел молодой. Ала-ла-ла-ла. Хала-мала. Шала-хала-мала. Ашхаба-шахала-шама. Тебя меня унесло. Хала-мала-ша. На окраину деревни. Ала-ла-ла-ла. Хала-ла. Яхаба-шала. Как ты капец сделал? Вобля заклинило. Можно выбирать автомат, пистолет и еще холодное оружие какое-то. Ты, кажется, в себя играем? Да. Погнали. Чё? Разменялись, что ли? Ага. Не, только с топором можно. Блять, куда ж ты? На! Полицейку. Да, блять, чё ты так кидаешь? Куда? А-а-а! Топор, бери топор, блять! Топор, сука! Ебать, нетки. Батарея. Нельзя! Потому что нельзя. Лиз, они с металла. Ух ты! А как я тебя убил? В смысле, я тебя даже не видел. Кто это тут за углом? Ааа, вот этот. Не успел.
Я думал, тут 1000. А вот так, да, блядь. 1000 можно, блядь. Один, значит, нельзя, блядь. Вот нет. Так вот. Ладно, блядь. Ебать. Батя просто зажал. Спасибо, Саша. Ебать, это охуенно. Блядь. Так, ты следующий. Ой. Ну еще одна осталась. Блять. Ебать, мне в заборе закуролесило. Ой. Бля. Мазила. Ну ты ноги просадить. Бля. Аллах Акбар! Вот это так порать, кстати. Сам себя взял в ухлоп. Бля, это реально прикольно. Кто здесь? Беги сюда, родной, беги. Кто это такой? А что это? А! Ты... А, Димон меня запалил. Давай, подходи. Придурок ты. О, смотри, я сейчас тоже еще этих наделаю. Смотри, вот я... Делаю заколку, раз. Там тоже было все по 10. Может быть, я распечатал кучу и делал 20. Я ложусь просто... чтобы у меня хп восстановилось. У меня 23%. Еще полчасика. Там в одной только должно быть 10, а в остальные должны быть. Когда ты создаешь, ты, наверное, тоже калории тратишь. Охрен его знает. Вон Виталик сейчас калории поднимает. Что-то жрет. Что-то вкусное. Что-то такое, да. Печеньки бескалорийные вообще. Диетические, соевые, наверное. Вот заходит, тем больше этих дымаков. Но опять же, у тебя катаны есть что-то? У тебя штык-нож есть? Ну все, там 3-4 этих появилось, все. Да двое слева, нет. Двое справа. Ни хрена. А, карточку, если используешь, то она исчезает, да? Да, конечно. Бля. А, тысячи, ты зря переживаешь. Я с автомата ебасить буду, блядь. Не надо. Лягайте, хлопцы. Вообще легко. Вот ты сейчас своих. Я даю добро. Сдолбаешь. Я вас запомню такими молодыми. Или мне вообще надо тогда вытаскивать, блядь, этот барабан, блядь. Я таблетку принял. Не-не-не, надо же ноги у тебя прошли, а то у тебя там опять потом хромать будет. Датчик, куда мои таблетки делись, вот они. А нужно печенье? Куда мои таблетки делись? Братишка, где таблетки, а? Я отхилился, было у меня 78, сейчас херак 100. У меня 70 хп. Ребят, мне 10 надо просто побегать, короче. А, блин. Я понял. Надо взять наоборот. Не, надо побегать. Давай я тебе дам пчелиные таблетки. Давай, где? Иди сюда. Там только две можно. Он со своей пыльцей да, делал. Я тебе три разрешаю. Аккуратней. Нет, их две надо только. Я три все время хавал. Ну ешь. Хавар, все, забирай. Артём, смотри, говорит, две, говорит, можно, говорит, из 24, ребят, 9 осталось. Да вы, блядь, ел, ебаный. Раз, два, три, четыре, пять. Есть что почитать. Вот мне опять. Почитать есть. Захромал, бля. Ну вот, ждем. Да сядь, я тебе говорю. Дай, ты бегаешь, как пизду. Хромой ты туда не пойдешь, что? Передавай. Давай, вот, взял. Чё, есть чё? Есть, да, давай. Ждя. Взрывай. Бутылку, подожди, сейчас возьму. Вот нашел. Сейчас, бутылку, подожди. Я взял. Ставь бутылку. Давай, вот. Давай, все. А всех хватит. Давай, взрывай. Я первый.
Я колпак взрываю, короче. О, пошло хорошо. Бля, я дрёный. Бля, братан, химка, ты чё? Химка. Бля, ракетное топливо, нахуй. В туалете не кури, блядь. Да-да. Так, вот еще один бинтик, еще один бинтик. О, еще один бинтик. Походу торкнуло. Еще один. Фу. Где вы? Вы где? Кто останется-то? Кто останется? Да без проблем, хоть да никто не останется. Да все не заходим. Погнали все вместе. Давай. Все, я вставил. Зомбаков было не верю. Hello. Эй, давай я туда подальше. Вот они здесь будут падать. Смотри, они падают там, где решеток. Что, уже открыл, что ли? Отлично. Блять, убиваем. А, или нет? Не переживай, отойди. Достань что-нибудь. Рассоситесь по периметру. Да, бля, убиваем. Дима, отойди. Чего отходить-то? А, что они там? Бля, тут темнота на... Всё, отлично, разы всех поубивал просто. Не-не-не, там трошки осталось. Если что, он всех кладёт, как... Да, разы как нормально. Блядь. Отойди от меня. Убиваем. О, у меня три! Да-да, ты чё сделал? Ты ж говорю, рассоситесь, вы шо, гоните? Я же убивать начал, да, конечно, ты же разом. Стал. Блять. Ну я не буду воскрешаться тогда, забирать, чего у меня там есть. Все, тебе дальше надо открывать. А лутать можно? Тут что-то есть? Да, посмотри. Ага, ну. Тихо, одевай перчатку. А. Короче, когда баба говорит, так. Я тебя сейчас разбираю тогда. Да, разбирай все и вот это все там, ну что. А что мне там разбирать? Еще автомат только забери, да и все. Где пистолет? Автомат забрал. Где пистолет есть? Где автомат им не нужен? Что там выбирать? Там нет ничего интересного. Да тихо. О! Убивайте зомби, меня защищайте. Татану забери. Братанчик. Бля! Сука! Блять, меня тоже в коматоз вели, пацаны. Меня в коматоз. Пиздец, блять. Саня, короче, у меня заберешь... Надо поднимать надо кто-то. Да, бля, сейчас перевяжусь. Я тебя поднимаю. У меня Андроид, правда, осталось. С Андроид заберешь у меня эти бинты, если нужны, отмычки и катану. Катану обязательно нужно вынести, я думаю. Катану я взял. Все тогда. Ты меня все, поднимаешь, Сань? Я вас покидаю, я поехал, наверное, работу надо. Давай. Вернусь через... Пробный калаш лежит. Час. Давай. Калаш я могу забрать. Не... К двери положите. Чей сразу, калаш? Чтобы потом, когда выходить. Мой, а, ты мой рюкзак. Ты да, все вот, сложи в рюкзак, все. И рюкзак положи. Сейчас я быстренько двери перемотаюсь. А у меня ну, потом... Где мои одежды-то? Вот. Калаш. Катана. Дайте я перемотаюсь, подожди. Да. Я тоже. Сандроид, просто все в мой рюкзак сложи. И этот, и катану, и автомат. Ну, и положи возле двери, действительно. Теперь, потом собирайте. Просто схвати. Все, я пошел, ребят, давайте удачи, через час зайду. Блять, так долго перематывать. Ой, отмычки быстро, отмычки мне. Все. Где ты? А где? Вот. Отмычки кинь сюда, побольше. А, мне, наверное, вот, в рюкзаке еще здесь, да? Есть. Скидываю просто на пол и... Скидываю. Которую я открыл уже. Там одна открыта. Сейчас зомби начнут падать. Давайте, зомби. Yes, sir. Спать. Блять,
Ай-яй-яй. Тисич, тисич. Блять, как же его сагрит, он резкий. Ой, хорош, хорош. Одевайте противогазы, осталось 40 секунд. Я в противогазе. С Андроида скинуть тебе отмычки. Я сейчас скиду, а куда я противогаз все сделал? Где? А я в противогазе, да. Блять, я забыл одеть, перчатки. Короче, скажите, когда надо. 5 минут. Ребят. Че? Забрали комнату открытую? Да, да, там MP5 было. Блин, не открыть. Все забрали там? Тысячу тянем по 5, тебе надо патрон? Нет, нет, нет. Одевайте противогаз. У меня 10 хп, блядь, я хуй знает. Блядь, я же подсел. 4 минуты. Я обрабатываюсь. А, это газ типа идет? Что это? Да. Ну не вскрыть, блядь, второй момент. Серебряный. Да нихуя. Ой, там бакет. Блядь, началось, ёбаная брат. Ты ж падла. Блядь, меня опять приз коматоз, ёбать. Поднимайте его. Чёрна, всё? Где я умер? Я умер, вынеси меня. Ну всё, закрывай, его уходим. Да, всё, я рестуюсь на... Вот вам и этот, блядь. У тебя что, закончилось уже? Смогли. Пацаны, я уже где? Сколько время осталось? Я рядом. 3 минуты. Открыл, наберите. Хорош. Собирайте Саньку и заберите. Ой, говно, господи. А мне нужны отмычки, блять. Сейчас дам. Забей, я взял пока отмычу. Потом ко мне подойдешь, дашь отмычу. Угу. Нет, там забери. В штанах и во всех херне. Открыл, да я пытаюсь. Открыл еще одну, ребят. Блять. Ну что ты забираешь там? Я 1000 забираю. Я забираю, но мне некуда почти уже ложить, блять. Тут все я забрал вроде бы. Сколько время осталось, смотрите. 2 минуты, 2:30. Забирай, да, тут. В смысле, нету места ложить. Что это такое? А, ба. 6% осталось. Блядь, давай кину сейчас. О, как раз тебе отмычки скину, блядь, что я туплю. Куда тебе, сюда, да? Да, кидай. Лови, туда. Лови. Помогай разлукать Саню. Блядь, дверь откройте. Сейчас. Бля, Сандроид. Одного. Бля, не вижу нихуя. Все, мне хана, я коматоз. Бля, сука. Коматоз сделал. Жив. Я его поднимаю и уходим. Сейчас. Пока забери все, что можешь. Успеем. Да. 1000 рюкзак забери, там каски еще всякая херня. В руки возьмешь. Кашки на MP5 нахуй не надо, блядь, планка. Не надо. Нахуй, блядь. Так, это я забрал. А, Розе, подбери рюкзак 1000 в руки. Сейчас. Я валы заберу. Где он вообще? А кок, нахуй, кок. 30 секунд подъема. Так, все. Забирай 1000. Вот это рюкзак. Это не 1000. Я... Все, вставай, Сань. Где эта херня-то? Вставай. Бля, да не могу, у меня это не действует, это мышка. Она.
бывает, не едет. А, да, ща. Нажимаю, ты. Пизда. Да, ща. Все, мы не успеем тебя поднять. Да я вот... Сука. Второй раз поднимаю. Сколько осталось? О, ты встал! 30 секунд. Давайте, вытаскивайте все. Собирайте, блядь. Я не понимаю, где тебя рюкзак. Он зеленый? Да не важно, любой там рюкзак. У меня пустой рюкзак, как штаны. А что, у тебя патроны были? У меня только патроны. АПшные патроны на МП5? Да, 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 да. Все, замрал. У меня, наверное, пистолет. Подожди. Что там осталось-то? Ах, не знаю. Я вроде все забрал, что было. Ну, нормально, че. Катана. Для первого раза нормально, но было бы лучше, конечно, не подыхал никто. Килик топовый. Ну это да. Единственное, у нас минус был, что все подохли. Три чела, блядь. Ну не все. Так, я спускаюсь к вам, пацаны. Не, ну все, все ложились, это... кроме Митнайта, походу. Пацаны, я к вам спускаюсь, а я добегу до вас. У меня нет ничего. Так я тогда наверху на лестнице буду тусить. У меня 12%. Ой, блин, меня увидел. Кто это? Вы через главный вход? Меня, да, по да. По главному, да. Да ко мне-то как? А как же я-то? Да ты я же, мы придем, зачем ты идешь к нам? Да к мне сказали, блядь, иди. Кто надо, тебе да? сказал? Блядь, ладно, ладно, сейчас я убегу. Смысл тебе сюда идти, чтобы потом уйти? Ты лучше отвлеки роботов как-нибудь. Вот как? И все. Да не, мы выйдем. Он когда в ту сторону будет идти, надо выбегать и вправо убегать через камни. Он спрыгнул! В смысле он спрыгнул? Смотри, он будет туда вперед идти, мы за ним выбегаем и вправо просто уходим. На изи. Куда он пошел? Да он сейчас наверх пойдет, потом обратно. Не агрите его, не агрите. Ты увидишь? Я его отвлекаю. Бля, Саня. Да, ты сейчас умрешь. Фигу. А, мне в ногу попал, скотина. Да не стреляй по ним. Да, это... Беги, с андроид. Опа. Бля, что? Сука. Нет. Так, я за камнем. Я за камнем на ногу. Я уже вышел. Сюда вот бегите на меня, здесь дырки, дырки в заборах. Играй теперь, блядь. Не-не-не. Да, я ушел. Я тоже. Так, рюкзак у этого товарища. Это надо забирать. У сандроида. Нам могу волки дать. Или что-то. А где я? О, господи. Не на этот, а забыл. Ты в коматозе, нет? Нет, я все сдох. А! Ай-яй-яй-яй-яй! Отойдите вот дальше, чего там встали. А это он по мне? Что, блядь? А вот. Чё ты не тот рюкзак взял? Не, ну классно. Взял рюкзак вообще, ты посмотри. Другой Витальки. В смысле? А, я тут, блядь, сейчас. Вот я говорю, ты... Ой. Я серебряный открыл, не знаю, раз с 15-го, а потом пошел бронзовый. Надо в машину вот этот рюкзак скинуть. Или железный, я не помню. Это, ну, третья дверь. Стой, рюкзак. И третья дверь была открыта с первой же отмычки. Да, это мой. Все. Мой. Я туда тебе еще, по-моему, сбегу. Да я понял, все, надеть. Надеть. Почему-то все, кто заходит в боксы, и даже вот видосы, ролики смотришь, все начинают открывать. Кто мои патроны пиздит, блядь? Чего-то спал налево, никто не человек. Ну типа с тяжелого... Димон, если надо, возьми. Если там у тебя нет, возьми. Кому Димыч? Нужны были эти? Навал. Патрик. Не, у меня юмпик. Кому не надо? Не, юмпик да, понравился. Вообще темушка, тема вообще. Подожди. Ну что, садитесь или что? Сейчас. Да выйди, а то я не вижу двери. Блядь, да. Выйди за кустов. Блядь. Ай. Вхожу. Блядь, не туда сел. Всё. Не-не. Нет. Не туда сел. Не, с катаной, наверное, самый классный в киллбоксе. Она, ну, она вообще, да, она самая нормальная. Быстренько ебашит. Топ, так сказать, топчик. Ну, блядь, народу много. Когда, блядь, вот меньше, да, много народу, друг просто, друга, блядь, рубали. Засуетились, я так, так понял. Так не надо друг дружке кризис. Подходить просто и все. Да, все стоят по углам и ждет свой... С0.
От Суноли это пизда. Это далеко. Да, это в ебенях. Через дорогу на песчанку, да, мы по песчанке приехали. Или он по той песчанке приехали. По той. По той, да, да, да. Сколько челобрехов, наверное. Все, на этом прошу выключить.